Так, ну что, друзья, с педиатром у нас встреча еще в пятницу, нам еще назначили новые лекарства. Я уже в других очках, хотя выходила я не в этих очках. Те очки, к сожалению, поломались, когда мы были в супермаркете. Вот, значит, мы купили вот такую основу для пиццы. Морозка, основа для пиццы, два уже выпеченных коржа, 350 грамм. У нас сегодня годовщина, мне совершенно некогда заниматься, мы хотим пиццу, но мне совершенно некогда заниматься ни коржами, ничем мне некогда заниматься, просто я знаю, что ребенок покупную пиццу есть не будет, ему не нравится, что туда кладут в начинку, он это есть не будет. Там много лука там или... В общем, выколупывать это я тоже не имею какого-то желания, ребенок не ест покупную пиццу. Особо, поэтому основа для пиццы, все, я сейчас быстренько стелепаю пиццу, там у нас еще есть эти пончики с курицей, вот такой буклет снова из самбери, и что еще, и в общем-то будут у нас мясные пончики, будет пицца, будут фрукты, салаты, овощи и так далее, вот такие вот у нас еще здесь украшения, такое вот оконное, а вот это для Дамира. Что вы думаете это? Нет, это не алкоголь, это пена для ванн. В таком вот стиле, как маленькая шампанское. Я сейчас подумала, что это маленькая шампанское, но нет. Такой вот календарь на 2021 год. У нас есть два отрывных календаря, и теперь вот перекидной еще будет. Дальше. Хлеб. Раз. Хлеб. Два. Почему-то на них написано новое, может, какой-то новый хлеб, я не знаю. В общем, еще я взяла кексы и чипсы, но, к сожалению, на них не хватило денег. Я почему-то подумала, что у меня на 200 рублей больше, чем оказалось. И, ну, вот так, к сожалению. Вот такой вот киндер. Сканируй и создавай новогоднее настроение. Киндер мини микс. Вот такой, с бельчонком. Так. Черкизово, премиум, салями, фламенко, колбаса сырокопченая, вот такая, мы такую же брали, только немножечко другую, туалетная бумага, раз, туалетная бумага, два, так, ага, вот такие очечи новогодние, это очечи Дамира, я вам показывала в предыдущем видео, как Дамир их мерил в самбаре, бананчики, еле выбрала такие зелененькие, желтые помидорки, как всегда, покупая их, я вспоминаю о том, какие у папы вкусные желтые помидоры, вот, такие, к сожалению, еще пока никто не перещеголял, вот, его помидоры, которые он выращивал, ну, что поделать, блин, мне надо срочняк подстричься, мне, малому и Вовке, обязательно займемся этим вопросом, так, oh my donuts, донатсы куриные в панировке с ореховой крошкой, три штучки вот таких. Так, идем дальше, вот такой имбирь, 150 грамм маринованный розовый хрустящий, вот такая вот вкусняшка, значит здесь два дождика, они оба зеленые, но чуть-чуть разные, один вот такой вот посветлее, вот он, а вот этот чуть потемнее, мы такой уже покупали, по-моему, желтого цвета, еще пока никуда не сообразили, вчера разве что Дамир повесил бусы желтые, которые мы покупали на елку, я фоточку скинула в инстаграм, корм для бубуньки. Так, салют златоглавая, 11,47, премиум, игристое вино полусладкое. Ой, никогда такого вина не видела, захотелось взять такое, не знаю. Белое полусладкое, по-моему, оно. Вот, значит, детское шампанское, вот такое. Все-таки создание семьи, праздник не только у нас с Володей, но и у ребенка. И вот еще бубушки. Ой, наполнитель для лотка. Все, мне срочно надо заняться лотком. Срочно, присрочно. Все, я буду заниматься своими домашними заботами. Скорее мыть посуду, накрывать на стол. Заняться нужно лотком кошачьим, срочняк. Мы выбегали, он высыпал весь наполнитель из лотка. А наполнителя не было дома. Вот, там буквально капелюнька его осталась, и мы бегом. Вот такие пирожульки, все, мы будем отмечать. Вот так.
И мне надо срочно положить запасные очки с собой в рюкзак, потому что у меня в чехле лежали вот эти очечи, вот как запасные. И меня это очень выручило, потому что я без очков просто не дойду до дома. Это будет весьма-весьма тяжело. Вот, поэтому я обязательно всегда ношу с собой запасные очечи. Это прям must-have для меня. Это обязательно. Потому что я однажды звонила подруге и говорила: забери меня, пожалуйста, с южного автовокзала в Донецке, потому что я сломала очки, я ничего не вижу. Меня посадили на автобус, и меня снимала с автобуса подруга. Это было ужасно на самом деле. С тех пор у меня всегда есть дома очки. Одно время я их даже коллекционировала. Но сейчас не коллекционирую, но запасные обязательно есть всегда, а то и не одни. Вот. И у меня всегда в чехле, в футляре в плотном, есть запасные очки. Вдруг я куда-то поеду, пойду еще что-то, и у меня по дороге поломаются мои очки, в которых я нахожусь, и типа, что я буду делать? Это, в общем, такая себе ситуация, поэтому запасные у меня есть всегда, я уже наученная горьким опытом. Вот. Все, мои хорошие, мы будем отмечать нам хорошие годовщины, хорошего праздника, хороших посиделок семейных. Вот, а вам просто хорошего дня, хорошего вторника, счастья, любви, здоровья. До новых встреч!